У ефіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Наталя Байнаровіч, вітаю вас. Працягваецца прэс-тур расійскіх журналістаў па Віцебскай вобласці. Нагадаем, 100 прадстаўнікоў СМІ з 50 рэгіёнаў Расіі знаёмяцца з аб'ектамі культуры, адукацыі і прамысловымі прадпрыемствамі прэзідэнцкага краю. Прэс-тур актуальныя пытанні супрацоўніцтва Беларусі і Расіі разлічаны на 2 дні знаходжання на Віцебшчыне. Журналісты ўжо паспелі ацаніць новую вытворчасць адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебск Дрэў». Са сваімі замежнымі калегамі пазнаёмілася наш корэспандэнт Вольга Шмаргун. Еще не оглядевши предприемство, журналисты шильным колом окружили генерального директора. Диалог под прицелом объектива у фото и видеокамер протягивался каля полгодины. Пытания были разностайными. Штат супрацовников, средняя заработная плата, объемы вытворчести, сыровина, рынки сбыту продукции, узровень рентабельности. Анатоль Юхновец неводное пытание не покинул без отказу. Але основный акцент зробил миновито на новом цеху. Плиты МДФ и ХДФ, якія вырабляются тут, поставляются у Тымлику и у Российскую Федерацию. Плит только начали сейчас поставлять внутренний рынок и экспорт. В основном поставляем это рынки России, Азия, это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. Небольших объемов и Закавказья. Но только сейчас начинаем рынки увеличивать. В сентябре месяце поставили 1500 метров кубических на экспорт, на октябрь 3000. После такого импровизованного брифинга директор провел для журналистов экскурсию по новым цеху. Вытворчесть запустили только сёлета. Сучасное обсталявание было закуплено по программе модернизации. На яго затрачено каля 100 миллионов долларов кредитных сродков. Плиты МДФ и ХДФ запотрабованная на рынку продукция. Яе выкарыстовывают у основным для вытворчести мебли. Вырабляюсь тут и подлоговое покрытие, высокоякостный ламинат. Такого буйного древоапрацовчего предприемства у Калужской области России нема. Однако головный редактор Калужской газеты «Весть» Юрий Расторгуев спадзяецца, яго земляки-промысловцы захочуць скарыстацца беларускім вопытам. Публікацыі журналіста з нашай краіны нязменна карыстаюцца папулярнасцю. Мои публікацыі по итогам прэс-туров под рубрикой «Беларускі дневні» собирают огромную почту. Люди пишут, звонят, благодарят за публікацыі. Тема животрепещущая, тема, которая очень на слуху. У нас. И ну, на этом, как бы, может быть, даже мы делаем тираж. Многие из российских журналистов не первый раз у пресс-туры по Беларуси. И каждый раз у своих репортажах, интервью и артикулах яны не только делятся уражениями от нашей краины, а и про конкретные приклады показывают яе динамичное развитие. Вольга Шмаргун, Сергей Котов, новины, Витебск. Еще одной кропкой у маршруте прэс-тура российских журналистов стало сельгаспрадпрыемство «Мазалава ГАЗ». Европейские подыходы белорусских аграриев уразили гостей. У гэтым упомнилась Юлия Устинова. Шестеня, кветки и приемные мелодии. Навуковцы доказали, что классичная музыка сприяет повеличению надою и доброму эмоциональному стану коров. Высокоякостное молоко мазловских рагуль тому подтверждение. Многие из российских журналистов признались, что на такой ферме побывали у першиню. Дмитрия Кузнецова с Бранской телерадиокомпании сучасные технологии у молочной промысловости настолько уразили, что он стал текавиться деталями, как соправдный фермер. Очень сильно поразило происходящее. На самом деле даже с трудом верится, что такое возможно. Понятно, что технологии движутся, но вот даже вот эта история про чип, который заставляет корову идти за комбикормом, ну, честно, просто поразит. Я думаю, что такие технологии должны найти отклик и у нас в регионе, потому что очень интересный проект, и я думаю, что он достоин быть реализованным в Брянской области. На этой ферме коровы живут по властным распорядку и на дойку могут приходить у любой час суток. Роботы помыют и зробят массаж вымя, продезинфикуют аппарат. Заходить у доильный станок коровам подобается, бо тут можно отримать додатковую порцию комбикорму. Усим бы такие фермы, кажет журналист Евгения Новоселова из Республики Коми. И наверняка у многих эта ферма вызвала восхищение, в том числе у меня, потому что я побывала в свое время не на одной ферме, в том числе у нас в Республике, и была даже на роботизированных, но такого уровня фермы я еще не видела, и такого масштаба. Многое здесь я увидела впервые, в том числе применение музыки, например, да, как фактор, который влияет на удой. То есть для меня это было удивительно, я об этом только читала, но никогда не видела, как это в жизни все внедряется. Убаченному у Витебской области журналисты поделятся с жыхарами России. Там отзначают яны не шмат таких сучасных ферм, оснащенных по апошнем слове техники. И привычные белорусам шестени на улицах. Соседи из России не перестают захопляться. Меня поражает чистота и порядок. Вот на улице. Вот какой-то маленький городок, там, хоть большой город, поселок.
Везде все чисто, трава пострижена, все побелено, покрашено. Вот у нас в Сибири такого, я вам честно скажу, нет. Сегодня репортеры наведывают одно из буйнейших нафтоперепрацовывающих предприемств Украины – «Нафтан» и знакомятся со славутостями Полоцка, самого старожитного города Беларуси. Юлия Устинова, Ян Пчельников, новини Витебск. До інших тем. Призыв 2014 у самом разгаре. Будучи новобранцы проходят медицинскую комиссию. Як идет призыв у самом буйным военкомате в области Витебским городским у репортажа наших корреспондентов. Олег Кондратович Шашников бачить свою будущую службу у 5-й особной бригаде. Трапить у шереги спецназа сегодня справа непростая. Але хлопец-спортсмен мае усе шансы. Батьки и сябры выбор Олега подтримливают. Положительно относится. Ну, некоторые вариант не один, но я считаю, нужно сходить. Вообще, как ты считаешь, должен ли парень служить в армии? Что это вообще? Однозначно должен. Должен пройти курс молодого бойца, должен. С каждым годом молодые люди все частей задумываются об службе у войску. Все больше призывников идут у военкоматы со щирым желанием служить. Престиж растет, и некоторых воинских частей даже конкурс составляет воинские части специального назначения. Непосредственно, как обычно, пограничные войска пользуются, просто внутренние войска. Вот, то есть элитные части, где требуется физическая подготовка, морально-деловые, определенные качества, хорошие характеристики, отсутствие административных правонарушений. Вот. Просятся люди, приходят непосредственно, даже называют номер части. Витебский военкомат у основном укомплектовывая части, якія дислоцируются у в области, але частка новобранцев отправляются служить у Минскую в область. Мы являемся представителями 15-й низзаракетной бригады, значит, прибыли сюда для отбора призывников, которые будут проходить в дальнейшем, значит, службу не только в нашей зенитно-ракетной бригаде, но и в других воинских частях нашего вида вооруженных сил, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Вполне возможно, что им удосужится, значит, поучаствовать в таких важных мероприятиях, как полевые выходы, учения, в том числе и учения, которые проводятся на территории Российской Федерации. У осенний призыв городским военкоматам плануется набрать больше за 400 человек на терминовую службу и службу в резерве. Новое пополнение отправится у своей части у другой половины листопада. Александр Камович, Сергей Котов, новини Витебск. Спорт. Поменялись ролями. У черговом туры национального першинства по хоккею новополоцкий «Химик» СК с минимальным ликом 2-3 уступил гродинскому «Неману». А хоккейный клуб «Витебск» на дворот отримал первую уполненную перемогу у розыгрыши. Подопечные Дмитрия Дудика с ликом 7-3 разгромили «Лиду». Подробности у репортажа Сергея Мисурагина. Витебляне у сегодняшнем чемпионате еще не отрымали ниводной перемоги у основной час. Лида миновито той соперник, с яким можно гулять на равных и перемагать его. Так само болельщики повинны убашить и наметились у команде становчие зрухи после значного обновления основного состава. Выники команды на старте чемпионату 8 очков и опошнее место у турнирной таблицы на передадни поединку с Лидой оптимизму аматорам хоккея не добавляли. Тренерский штаб «Медведев» поспел поменять амаль полову игроков основного состава. Амалюнок гульни «Витеблян» по-ранейшему заставался размытым. А керовництво клуба твердо верило, что справы у подопечных Дмитрия Дудика повинны пойти на лад. И матч с гродинцами – добрый шанс реабилитоваться у очах болельщиков. Ну, конечно, игра будет тяжелая, непростая, но мы, еще раз повторяю, готовы дать бой Лиде и настроены только на победу. Стартовые хвилины сустрэчи стали полной супрацьлегласцю слов спортивного функционера. Игрокам Лиды спотребилось усяго 22 секунды, каб открыть лику сустрэчи. И только после холодного душа господары взялись за справу. Докладней сказать, кураж зловил витеблянин Никита Ядроец. Еще до перапынку хоккеист тройчи поразил ворота соперников. У другим периоде клубы обменивались острыми контрвыпадами. И перевага снова оказалась на боку наших земляков. 5-2 на користь Витебска. А у заключной третьей сустрэчи маленький цуд зарабил Микита Ядроец. Ее на форме у голявы покера команда с ликом 7-3 сдобыла первую в сезоне перемогу у основной час гульни. Теперь подопечные Дмитрия Дудика рыхтуются до матча с девичьим чемпионом краины Неманом, який напередодні обыграл «Химик» СК. Матч пройдет у четверг 16 кастрычника. Початок гульни у 18:30. Сергей Мисурагин, Александр Приставка, новини Витебск. Дзённый выпуск новин на этом завершен. Не пропустите нас у вечера. Убачимся.